15 июля в Зарайске прошел фотофестиваль, приуроченный ко дню фотографа и окончанию значимого события для нашей страны – чемпионата мира по футболу 2018. Фотофестиваль «Живи Зарайском». В этом году он немножко был реализован в новом формате и посвящен окончанию чемпионата мира по футболу. Поэтому у нас была футбольная тематика немного. Из-за нововведений у нас выступала кавер-группа из Коломны. Было интересное очень музыкальное сопровождение. А викторина, мы делали фотоколлажи. Конечно, традиционные мастер-классы по фотографии. В этот раз это была динамическая съемка. Ну и, конечно, замечательная наша фотозона. Реализована тоже в спортивной тематике. Вот, и был приз симпатии конкретно от команды «Визит Зарайск». Для жителей и гостей города было организовано несколько площадок. Фотовикторина по истории футбола, фотосушка, фотоконкурс на тему «Живу футболом», мастер-классы для фотографов-любителей, профессионалов, а также тех, кто хочет научиться фотографировать. И еще была детская площадка. Дети смогли собрать мозаику с фотографиями достопримечательностей Зарайска, а также раскрасить рисунок, тема которого тоже была посвящена футболу. В фотозоне можно было сделать забавные оригинальные снимки, посвященные мировому событию, с успехом, проведенному в России. Все снимки выкладывались в соцсети с хэштегами «Живу футболом», «Визит Зарайск» и «Мой Зарайск». Призеры и победители были награждены специальными призами. Истинно солнце над головой, достаточно взгляда, чтоб все оценить и вернуться домой. Специальный гость – музыкальная группа «Air Jam». Молодые талантливые ребята из Коломны создали для всех участников и просто проходящих мимо зрителей чудесную музыкальную атмосферу, красиво вписавшуюся в сам фестиваль. Валерия Маркович, Анастасия Булатова, Константин Куянов. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.